5 июня в ночное время в отдел полиции Октябрьского района поступил сигнал с охраняемого объекта – продуктового магазина на улице Жердева. Выехавшим на место происшествия нарядом неведомственной охраны было установлено, что совершена кража денег из продуктового магазина. Просмотрев запись камеры видеонаблюдения, полицейские установили приметы подозреваемой, и вскоре она была задержана в соседнем дворе в состоянии алкогольного опьянения. По словам злоумышленницы, преступление она совершила, придя в данный магазин за очередной порцией спиртного. Не дождавшись продавца, которая в это время уснула, сквозь решетчатую дверь она проникла в помещение и похитила 18 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренной частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.